Есть миллион. Хлеборобы Могилевской области переодолели долгочеканный рубеж по намолотах збожжевых и зернебобовых. А кроме того, одразу два экипажа комбайнеров закрытого акционерного товариства «Зара» поставили агульно-белорусский рекорд. Намолотили больше за 5000 тонн збожжа кожный. А два водителя перевезли этот урожай на зерноток. Не прошло и тыдня, а наша здымочная группа снова приехала у господарку «Зара». Могилевская – одиная Украине в область, где одразу два экипажа комбайнеров стали пятитысячниками, и два водителя перевезли больше за 5000 тонн сбожжа. Все стараются, не только мы здесь находимся, а остальные у нас много. И все почти одинаково работают. Молодцы, все молодцы. Бессонные ночи, труд огромный. Ну, вроде бы успеваем все. Работаем, как и работали. Работают все одинаково. Все одинаково работаем. Владимир Мельников, 18 годов, убирая хлеб. Все лето передает опыт коллеге. Его помощник Алексей Макосов у поле так само працует немало, 14 годов. А вот у Зары и на такой машине хлеб убирая упершиню. Я стремился, как говорится, изучить эту технику, потому что это не как в школе на уроке, это все быстро должно произойти в поле, все надо словить было, схватить. Ну, я думаю, что я ее изучил. Благодаря Володе. Хороший ученик? Да, ученик хороший, схватывая на ходу все. Тем более, какой ученик, он уже сам работал, сколько надо. Просто немножко просто другая техника. Яны отказные не только за урожай, але и один за одного. Владимир Корсак за сына, что в эту уборочную працуе бок о бок с батьком. Главное в нашей работе – это здоровье. Сильно большая, наверное, ответственность, то, что смотришь, чтобы, ну, это мера безопасности. Пожелаем им, наверное, прежде всего, конечно же, успехов, благополучия, чтобы не подводила техника, а это грамотные специалисты. Поэтому они, прежде чем выходить в поле, технику, конечно же, подготовили. Подготовили и автомашины все. Поэтому надеюсь, что сбоев не будет, и уборочную завершим, весь район завершит на срок. У Могилевской области засталось убрать 7% площади. По информации облсельгосхарчу, на это спотребится 1-2 дня. Бобруйский и Кировский районы завершили уборку збожевых и зернебобовых. На чарзе яровый рапс, проса, гречка. Выходных у аграрию не чекается до самых холодов. Алена Соловьева, Александр Артемьев, новини региона.